Чувашия набирает популярность уличное кино. Сеансы под открытым небом проходят с середины сентября. Для этого в Государственном архиве электронной и кинодокументации приобрели новый экран. Подробности в следующем материале. Такой экран возможно установить хоть в чистом поле. Главное – подключить его к электросети. Он надувается за считанные минуты и выдерживает любые климатические условия, говорят специалисты. Проекционный экран приобрели на грантовые средства. Экран мобильный, и любые климатические условия, дождь и снег, и ветер, он может служить для показа. Установить можно в любых условиях, там, где есть открытые площадки. Качество изображения и звука уже оценили жители районов. Кинотеатр под открытым небом успел поработать в Урмарах, Шумерле и Козловке. С 13 по 29 сентября у нас проходил фестиваль уличного кино «Кино под открытым небом». И фестиваль прошел на 6 площадках городов и районов республики. На площади перед Дворцом культуры «Салют» стартовал новый фестиваль. Всю неделю чебоксарцам будут бесплатно демонстрировать мультфильмы. Первый киносеанс прошел с аншлагом. Проходили мимо сегодня с ребенком по своим делам. Ребенок остановил нас, хочет очень смотреть мультфильм, нам очень интересно. Экран на самом деле как в кинотеатре, мультфильм на большом экране, это очень привлекательно. Очень здорово всякие смотреть комедии, смотреть мультфильм. Мне очень понравилось. В Государственном архиве электронной кинодокументации отмечают, что фестиваль уличного кино продолжится и в следующем году. Дмитрий Ковалев, Мария Шоклева, Игорь Зверев. Республика.